Емоційний інтелект. Все частіше доводиться про нього чути, наскільки ж він важливий у нашому житті та як його правильно розвивати. Саме з цим питанням звертаємось до гостей, які прийшли до нашої студії. Це Оксана Шкурченко, гештальт-терапевтка, тренерка з емоційного інтелекту, і Наталія Оленіч, теж гештальт-терапевтка і тренерка з емоційного інтелекту. Рада вас бачити і вітати у нашій студії, шановні гості. Ми говоримо про таке поняття, таке питання, яке стало популярним зовсім таки недавно. І емоційний інтелект от все частіше починає з'являтися в нашому житті. Ми про нього говоримо, ми думаємо, і насправді не всі знають, що ж це таке. Тому перше питання, що собою являє емоційний інтелект? Кто из вас так вырешит? Мне хочется в первую очередь поблагодарить вас, Юля, за то, что вы правда поднимаете такую важную тему, интересную для нашего общества. Вот. Да, и эмоциональный интеллект на самом деле это способность человека осознавать свои эмоции, осознавать эмоции другого человека рядом или группы людей и выбирать эффективную форму поведения рядом с другим, либо в группе людей, да, для того, чтобы там, я не знаю, какие-то там удовлетворять свои потребности, либо добиваться успеха, да, вот, ну. А скажіть, будь ласка, чому емоційний інтелект от став настільки запитаним саме зараз? Ми раніше звертали увагу на різні інші поняття, на успішність, на там якісь бізнес-проекти, на те, щоб людина йшла вперед, досягала успіху і так далі, і так далі. А от про емоційний інтелект ми ну, не говорили так вже занадто, як зараз звертають на це увагу. Чому саме? Ну, знаете, во-первых, эта наука достаточно молодая. Когда там она? В 2000 году, да, была? В 95-м году, была, да, описана, да? Голдман, да, выпустил свою книгу «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ?» Да, а на самом деле наука появляется всегда, когда есть потребность у общества, у населения. Да? И общество вошло в то, что одним интеллектом, одним, да, там, IQ, знания, не познаешь весь мир, не поймешь, что происходит, не поймешь, где я и кто я рядом с другим человеком. И люди начали искать, какие еще у нас есть способы у человека, да, и вдруг обнаружили, что у нас-то гораздо больше способностей, чем мы думали, да. У нас есть еще эмоциональный интеллект, и так, начали его исследовать. Если же мы переходим уже в час епоху машин, і насправді, якщо людині доведеться колись сперечатися, так би мовити, так з машиною, це скоро вже це є, вже дуже швидко ми побачимо зовсім інші зміни, то хоча б щось у людини повинно залишитися те, з чим вона може порівнювати себе, так, і де може вона бути на висоті, на вищому щабелі. Да, Юля, но очень важно еще добавить, что на самом деле эмоциональный интеллект существовал всегда. Звичайно. Первобытного общинного строя, и просто человек им пользовался для того, чтобы, например, выжить, да? Выйти из пещеры, понять, что боюсь, из-за страха, куда мне бежать, от или на нападать, да, для того, чтобы покушать или выжить. И сейчас, именно сейчас, это очень актуально, не только потому, что технический прогресс происходит, а еще потому, что у нас, правда, очень много обстоятельств, которые пугают, много очень неопределенности, много очень страхов, связанных с нашей жизнью и с способностью выживать. И поэтому еще интеллект, эмоциональный интеллект нам в помощь, да? Чтобы страх нас не поглотил, чтобы неопределенность не выбила эмоциональную стабильность, надо изучать свой чувственный мир. Да? Что такое эмоциональный интеллект, то, что сказала Наташа, да? Это как раз способность определить, что со мной происходит и что я могу делать в этой ситуации, когда со мной это происходит. А если мы так зараз такие проведем невеличкий эксперимент, мы все зараз в такий живемо час, коли насправді дуже багато невідомостей, і кожного дня ми не знаємо, як там буде завтра, післязавтра. Зараз ситуація з ковідом така досить таки серйозна, можливо, і ваші рекомендації допоможуть людям якось впоратись з тим, чи можуть вони, наприклад, захворіти, чи вони зараз не хворі, чи вони виживуть, бо такі питання трапляються, і я думаю, що вони постійно є в голові у кожного, бо зараз
це наболівше питання, зараз його багато, і воно виноситься з екранів телевізорів, зі статистики цієї страшної. Так, тому хотілося б зараз практично підійти до цього питання і, можливо, допомогти усім одразу і кожному розібратися, а що ж зі мною відбувається? Як я в цій ситуації? Я з ковідом, так? Да. Ось. Да, Юлечка, ви, конечно, большой оптимист, потому что вы правда думаете, что можете помочь всем и каждому. Ні, в этой я ситуации. Так не думаю, але можливо, ну, комусь, ми попробуємо. Комусь ми попробуємо. Це допоможе, да, так, будь ласка. Точно. Вот что бы, если бы у вас был развит эмоциональный интеллект, да? Так, так. Если бы был развит эмоциональный интеллект, и вы окружены большим количеством паники, страха, спала. Угроз, угу. Да, и вы понимаете, что вы не знаете, чем это все закончится. Не знаете, заболеете вы или не заболеете, или уже заболели, или вы кашляете, потому что просто простудились. Да? И у вас очень мало информации. Конечно, можете опереться на интеллект. Да? Вы можете получить знания, но этого мало. Тревога выскакивает, сердце изнутри. Так и знаний зараз маловато. Да, потеют ладошки. Кроме знаний, да, кроме знаний, знания это очень важно, но кроме знаний мне еще надо справиться со своими чувствами. И тогда я иду к другому человеку, профессионалу. Я сразу вспоминаю вот эту ситуацию, вот буквально недавно произошла, когда класс моей дочки закрыли на карантин, ну вот она уже вторую неделю сидит, да, и потому что там мальчик болеет ковидом. И правда, было первый день, ну, очень много таких переживаний, что мы все здоровы, там, она здорова, да. Но правда, вот как-то страшно, непонятно. И страшно именно из-за того, что непонятно. И в первую очередь я обратилась к тому, ну, там, на кого опираюсь, да, кто, может быть, знает там чуть больше, чем я. Я получила поддержку. А підтримка яка може бути? Якого характеру? Підтримка в емоціях, в підтримці емоційній, чи, можливо, якогось іншого характеру? Ну, я маю на увазі там розповісти, що насправді відбувається, як можна потрапити. Якщо вже ви навіть захворіли, то ви потрапляєте, тоді, наприклад, до стаціонару, допомога, так, ви лікуєтесь. Ну, тобто ви розумієте усе, що може бути з вами, і ви розумієте, що це, можливо, не так-то вже і страшно, а вихід є. Да, Юль, ви праві в своєму вопросі, ви вже далі ответ, не заметив того. Поддержка нужна прежде всего эмоциональная. Но эмоциональный интеллект – это поддержка со стороны и разума, и чувственной сферы. Мы можем поддержать ваши чувства и побояться вместе с вами, например. Да? Или сказать, да не переживай, мы все заболеем. Ага. Да? И ну, все будет як хорошо. Чи ви заспокоїли, чи ні, то хто знає. Или мы вместе посмеяться можем, да, там, или мы вместе можем поискать информацию. Вот эмоциональный интеллект – это соединение разума и чувств, да, и возможность рядом не проигнорировать чувства, сказать, ну ты что вообще, ну что ты вообще переживаешь за это вообще? Вроде развитая личность, а переживаешь за это. Не, ну может комусь это допоможет. Да, ну да, да. Искать того, кто тебе максимально нужен именно сейчас. Да, такая не замораживаться, да. Самое главное, не замораживаться в своих проявленнях, своих ощущениях. До речі, з приводу таких людей, які звикли жити десь в соціальній мережі, наприклад, так, ну ми про таких людей теж будемо говорити, бо їх дуже багато, які менше часу проводять у спілкуванні, в живому, а от їм зручніше десь переписатися, десь, можливо, якось інакше. І знаходять вони вихід з ситуації, бувши ось саме в такій зв'язці, коли немає живої бесіди, коли немає тих почуттів, які можуть тебе підтримати. Чи тут є ефект, чи не буде його? Є, чуть не перейшла на український, але легше, правда, говорити на русском, так сложилось історично. Да? Ну, правда, є ефект і від того, що ти, головне, ти взагалі не в ізоляції. Да? Хоч какой-то контакт, хоч какое-то пред'явлення себе, хоч какое-то наблюдение за чувствами і емоціями других, это очень важно. Но мы помним, что цифровой аутизм сильно развился после изоляции, да, и из-за этого, конечно, труднее идти и переживать напрямую с вами эфир сейчас тут, гораздо труднее, чем там откомментировать вас, прямой ваш эфир, где-то дома сидя, да, там. И делать эти усилия, чтобы сделать эти усилия, нужно большое количество поддержки, да, вы предложение срочно
срочное нам внесли, и мы там, держась друг за друга, да, говорили, ну что, идем? Идем, да, и мы таким образом решились, да, но тут, правда, надо прикладывать усилия. Так, ну, тобто, це трошки складніше, але ефективніше, я думаю, так? Да, обов'язково, 100%. Тому що десь там, то одна справа, коли ти себе вже інакше почуваєш, переходиш на інший рівень, то вже інше. З приводу ще однієї такої сторони, одного боку, коли ми говоримо про творчість, про розвиток людини дуже так цілісно, коли ми говоримо не лише про емоції, а ще і креативність рішень, то ось це теж пов'язано якимось чином з емоційним інтелектом, це теж бік цієї медалі, чи це, можливо, зовсім інша сфера, і її, якщо вже людини вона є, то її не так вже і варто розвивати, як емоційний інтелект, на ваш погляд? Я думаю, что вот как раз про творчество, да, это то, что сейчас там отчасти со мной происходит, это пример, я считаю, яркий пример там эмоционального интеллекта, что мне точно тревожно, страшно, сейчас я первый раз там перед камерами, но при этом я выбираю там не замкнуться, не сбежать, да, а выбираю выходить к людям и говорить о том, что я там знаю, что я думаю, при этом... ну вот, направляя эту тревогу не в себя, а вот к вам, да, опираясь на Оксану, слушая внимательно вот ваши вопросы, Юля, да, то есть это точно про творчество. А я бы хотела еще добавить, отличные сказанные слова, но я хотела бы добавить о том, что творчество – это возможность из одинаковых условий сделать несколько вариантов решений, да? Так. Если творчество – это не только, вот есть у вас краски и кисточка, и у меня краски и кисточка, у нас будут разные картины, так. Да? И тогда у нас есть творческие способности, да, а бывает краска и кисточка есть, а холст остается белым. Что происходит? Почему? Нечего о себе рассказать, нечего чувствами передать. А что бывают такие? Мне кажется, таких випадків дуже мало. Очень много, очень много. А с чем это повязано? Вот как взагалі розвивати в собі інтелект, ось цей, саме цей інтелект? Ми зараз говоримо про творчість, про емоційність, про те, що закладено в нас. І, мабуть, усі діти малюють. Mm-hmm. І як би вони там не хотіли, а їм просто якось воно йде. А от, діти, так? Да. А от якщо говорити про взрослих, то вони становяться все більше і більше застивши в одній і той же формі. Mm-hmm. Я, наприклад, знаю про себе, що я математик. І я дуже прекрасно знаю математику. І це виключає те, що я можу написати картину, наприклад. Да? Mm-hmm. І це застивше правило, яке діє потім. Mm-hmm. І от розвиває емоціональний інтелект, розвиваєш чувственную сферу. Ну, что ты сейчас чувствуешь? А сейчас? А как это влияет на меня? А как ты хотел бы влиять на меня? Да, там, а как я сейчас влияю на тебя? А что ты в этом можешь представить? Да? И я вот на очень простом примере, мы с Наташей разговаривали как раз об этом, вот есть у ребенка лопатка и ведерко, а нету песка. Если у ребенка не развит эмоциональный интеллект, он может застыть в одном и том же чувстве. Например, нету песка, мир ужасен, зря лопатка и пасочка есть, и вообще все бесполезно. Виновата. Скорее всего, мама виновата, в общем. И все, и он замыкается, все, ничего не творит, не делает ничего, да? Человек, который умеет проживать чувства, он говорит, так, песка нет, это, конечно, проблема. А зачем же тогда ведерко и лопатка? Итак, там, Наташа, вот смотри, у меня песок нету, песка, пропал песок, а лопатка, ведерко есть, да? И что бы ты могла делать? Так, вот, да? Завод, листочки нарвати, поперекладати з лопатки. Воду налить туда, воды, да? Так, чи землі, да, а можем еще драться и стучать вместе. Так, там все еще завод. И открываются новые ресурсы. Да, но только благодаря тому, что попадаешь в тупик и проживаешь его. Да? Мы, взрослые, очень часто попадаем в тупик и не проживаем. А ви знаєте, пані Оксано, от зараз можуть з вами посперечатись отакі прагматики, отакі математики, от про яких ви вже сказали, бо вони будуть думати, що мені це в житті не треба. Я і так досяг вже багато чого. У мене є життя, в мене є кар'єра, в мене є сім'я, у мене все є, мені не треба. Чи можете ви потім доповнювати таких людей і чи потрібно розвивати навіть у такому віці, якщо вже людина сформована, якщо вона досягла успіху, чи потрібно їй і це ще? Знаєте, так, Бог в помощь таким людям, їм посилає Бог дітей.
А дети берут и опровергают всю стабильность успешных людей, да? И они начинают, дети, демонстрировать что-то такое, что совершенно непонятно этим родителям. Вообще оно нелогичное, непонятно. Они почему-то капризничают, истерят, не слушаются, что-то требуют, что-то требуют и вообще говорят, нет, я этого не хочу. Да, например. И тогда родители приходят к нам. И так у нас появляется все больше и больше взрослых, которые развивают свой эмоциональный интеллект. А якщо отак от, ну, сказати в трьох-двох словах, як розвивати, які є моделі для того, щоб можна було у дорослої, вже сформованої людини, розвивати емоційний інтелект? Будь ласка, от Наталя, до вас таке питання. Вже наостанок. Вже наостанок. Для того, щоб розвивати свій емоціональний інтелект, лучше всего это делать в группе. Да? То есть, в принципе, каждый ребенок, даже ребенок, когда копирует модель поведения родителя, он уже каким-то образом свой интеллект прокачивает, так, скажем так. Но мы, например, в своем проекте, мы прямо предлагаем методику, серию упражнений, которые направлены на конкретные чувства. Ну, например, там первое занятие – это там тема страха, второе занятие – это тема злости. Мы прямо вначале осознаем, как мы чувствуем, в каких ситуациях, какие рождаются реакции во время этого чувства. Потом мы рассказываем обязательно, что с этим. Ну, там, какие плюсы, какие минусы, возможно, этого, да, что мы можем делать с этим чувством. А вдома людина може пропрацювати так сама? Ну, перед зеркалом, може, це те саме, що навчатися, наприклад, самому грати на піаніно. Ага, ну, в принципі, ну, да? Є методика, я про що кажу, що хтось, можливо, в групу потрапить, комусь буде добре і комфортно, так. А хтось не може переступити отой такий страшний рівень, коли всі є, всі на тебе дивляться, щось запитують, і, можливо, краще хоча б з чогось почати, так? Розвивати в собі, нехай воно буде потрошки, але маленькими кроками, але вперед. Mm-hmm. Але людина все одно буде емоційно розвиватись і розвивати в собі, діставати те, що в неї десь там сховано, оно дуже далеко. Да. Можливо, так можемо да, це зробити. Тоді почніть з того, що говорите о своїх чувствах, о своїх переживаннях. Введіть прям традицію в своїй сім'ї того, щоб говорити о своїх чувствах. Не аналізувати поведення другого чоловіка або там не оцінювати ситуацию, да, а говорить о своих чувствах. Причем не только тогда, когда плохо. Хотелось бы, чтобы говорили взрослые о чувствах, когда мне весело, мне удивительно, так приятно, так нежно рядом с тобой. Ну, вы бачите, это уже позитив будет, так? Який будет закріплюватись, мабуть, в той родине, где до того говорили лише про погане, а хочется говорить про добре, про гарне. Я вам дуже дякую, что сегодня мы смогли розібрати, что ж таке емоційний інтелект. Мы допомогли, я так сподіваюся, людям, які слухали, дивилися, і, можливо, щось візьмуть позитивне і зроблять в своєму житті перший крок, будуть говорити про емоції і не будуть в собі закриватися. А це тільки на позитив, тільки на добре. Тож хочеться побажати вам усім гарних вихідних, нехай все буде добре. Зустрінемось вже у понеділок о 13:30. До побачення.